Так, ребятки, всем доброе утро. Сегодня у нас Фуджейра. Говорится, пошли мы на свои уже проверенные точки в этом году. Вот только стали, второй якорь, и уже взял амах неплохого размера. И тоже на второй спине тоже взял, но сошел. Ну что, сейчас будем, говорится, пройдемся по буйкам, соберем активного, а потом посмотрим, может, тунчика мелкого половим. Будет видно. Маха. Да, она сейчас чуть-чуть еще... Поиграет. Сошел. Нет? Не сошла. Она обычно, да, смотрите, она когда... Слабину выматывайте. Она когда дает свечу, аккуратно слабину выматывайте обязательно. А вы видите, за ней еще идет? Да, маленькая, еще один, маленькая. Да. Спасает? А не всегда. Одну тащишь, одна рядом идет. А, блин, сука. Тяжко? Да не тяжко. Так, от мотора подводите. Смотри, уходит. Не, он пошел. Ой-ой-ой. Вам надо обходить. Да. Все, молодцы. Вот так, одна. А за ней... Все, отходите назад. Отходите назад. Или она просто так не сдается. Да, он хорошо. Это девочку вы взяли. Девочка. Это девочка. Так видно девочка, по ней. Мне. Девочка, она слабенькая. Вот мальчик он, конечно. А, там гуляет, а он, да, он еще рядом возле нее. Ой, красава! Нифига себе. Ага. Нет, килограмма 3 максимум. Килограмма 3, я говорю. Ну что ж ты не сдаешься-то, а? Не, надо шеем дотянуть. Так, подводим. Подводим. Девочка не сдается. Все, отходите назад. Отходите назад. Да, я сейчас. Не туда. И так, окей. Открывайте катушку. Поняла, зачем вы крутите? О, открывайте. Так, вот такая маха. Ух, какая маха. Какая маха взяла мужикчика. Вот он, блин. Села. Там мах сел. Пацан, вон на свечу пошла. Оба. На свечу пошла. Да, это хороший, это пацан. Это пацан. Чувствуется, что пацан. Чувствуется, да, что пацан нормальный. Такой пацан, блин. Ретивый. Но это не у нас щука ловить, у нас щуку бы на 5 килограмм вы бы уже давно вытащили. Это понятно. Ну в нем где-то ну килограмм 8. Вот сюда. Еще пободается, поборется еще. Обычно вазелотки любит рывочек давать. Ждет. Стоит, да, он стоит. Ждет. Встал, да. Все, вы его это, пробуйте сдвигать с места, да. Это самое главное, слабенько, давайте. Он, получается, стал боком, как камбала. Да. Да, и против течения. Только слабину не давайте, ни в коем случае. Вон он. Еще далеко. Ну еще глубоко. Еще метров 20-25. Ух ты, зараза такой, а! Вон он встал. Видите, он встал боком. Да, боком встал. Пошел наверх, пошел куда-то. Обычно такая рыбка, это минут на 10. Нифига себе!
Иногда 15. Ну и что, а тунец? 2,5-3 часа. Один. И тунца один человек не вытащит, а 5 человек по очереди его тянут. Потому что, ну... Все, ходи попробуй. Ну не хочу я, ты что? Я ж туда уйду. Нет, там же. Так и пойду. Там же. Сережа, я пошла. Да, вон он идет. Красавчик. Ну чего ты, ну? Иди сюда. Вот балбист. Не хочет, да? Не хочет, слушай. Просто стал. Обычно. Обычно. Мы просто часто, ну, скажем так, дорогие мы не покупаем, потому что часто, когда нас сильно хватает, мы просто обрезаем. Нам быстрее новый привязать, чем ее отцеплять. Ё-моё. Для этой рыбы достаточно. Стоит? Стоит, не хочет. Стоит парень, да? Даже свечу не хочет делать. А он пошел. Ты хоть наверх выйди. Ну вон он уже идет. Да, да. Такой неплохой. Вы видели, когда он выпрыгивал, он был синий. Сейчас цвет поменял, зеленый. О, сейчас на свечку пошел, на свечку. Какой красава. Красавчик, да? Вообще. Красавчик. Да. Вон он, вон отходит. Что? Засняла? Ага. Свечку. Во. Давай, 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 иди сюда, иди, иди, иди. Сейчас смотрите, может туда. На круг пошел за моторы. Я уже вспотел. Да? Доброе утро называется. Да, очень сильная рыба. Очень сильная. Блин, ты посмотри сейчас. Что творит, да? Вообще. А? Да уже это. Просто так не сдается. Здоровье у него. Зарезать? Здоровья у него достаточно. Да. Иди сюда, руки покачай. Я тебе не камеру. Сюда доставай. На дно, значит, на дно давить. Нет, блин. О, он под, чуть-чуть под лодку пошел. Да ну нафиг. Из шок, кстати. It's too much power. Too much power. Too strong. Шо мучаться, да? Ну вы уже тащите его 7,5 минут. 7,5 минут уже? Да. А ты посмотри, что делать. Еще больше. Да понятно, что верим. Блять такое. Выкачивайте, выкачивайте через силу, не надо крутить через силу. Я понял. Выкачивайте.
И он, видишь, не дает вообще мне. О! Ух ты, блин. На бор только не ложите удочку. Не-не-не. Хорошо. Ну, постарайтесь опустить спиннинг вниз, потому что он сейчас может шнур лодку перетрет. Да. Рыба зашла под лодку. Такое, к сожалению, иногда бывает. И сейчас на свечку он пошел. На свечку пошел. Сука, сейчас на свечку пойдет. Вон он. А нет, вон он. Ага. Все, хорошо. И сюда. Держите угол между шнуром. Вот так вот нельзя так ставить, он сойдет. У вас должен быть угол между шнуром и бланком. Пошел по кругу. Ну, пускай идет, заводите. Пускай он уже сюда проходит. Хочет сюда, пускай идет сюда. Пускай идет сюда. Так, вон он. Уже где-то рядом. Хороший, слышишь, да? Да, сейчас только главное слабину не давать. Сейчас может или рвануть, или вот он. Красиво. Подходите к нему, подходите. Подматывайте и подходите. Только слабину не давайте. Подматывать. Все. Старайтесь не пускать его туда. Ниже спиннинг опустите. Сейчас. Вы сильно задираете спиннинг, у вас потом нет амплитуды. Если он пойдет на вас, вы его потом не подберете. Хороший. Все, катушку открывайте. Отлично. О! Фу, вот это зачетный. Так. Проходим аккуратно, он очень. Ребят, ну что, у нас раздача погнала. Да. Точка работает. Буквально стали третий заброс и сразу третья рыба. Так вот кинули буквально секунд 5, сразу поклевка. Что, пивка? Это надолго. Он там сразу на тумбочку можно рядышками поставить, на холодильничек. Не разольется. Подайте меня. Сейчас, давай. Взяли маха, давай. Это надолго, это минут на 10. Плюс тут еще бланк мягкий, тут палка, она до 50 грамм. Нет. Чего? Следующее, ты же потом скажешь, лук, а я выпрошу. Сколько всего, да, у него пресс есть? Нету. Напрягай. Ручку ему так, когда Вася, выходи. Давайте массаж сделаем. Давай. Надо было эту взять еще, слышишь? Надо было взять с собой этот массажерный. Маш, массажер надо было взять еще, сразу массажировать. Что он там показывается или нет? Но он, Серёж, хорошо сел. Не, он сел хорошо, потому что он два раза на него рывок дал и не сошел. Да, да. Главное только снасть не порвать и все. Да, главное там в одном месте подгибается. Кстати, он не вышел вот чуть-чуть. Он просто вперед дал рывок. Да. Два раза. Ну, пробуйте, поднимайте потихоньку. А здесь что-то еще клюет другое? Сейчас на данный момент long tail тюна, но она мелкая, на кило полтора, то есть за ней гоняться. И ну, yellowfin. Снасть другая, наверное, да? На воблера. Yellowfin клюет, но yellowfin она далеко. Два часа хода только в одну сторону. Ого. Я yellowfin тюна. Желтоперы-то нет.
О, пошел, на свечку. Пошел. Смотри, сейчас, смотри, выскочит. О, сейчас выпрыгнет. Сейчас, смотри, надо будет подмотать вовремя. Ну да, такой прям. А позеленело, первый был скачок. Голубенький, да? Голубенький, ага. Он уже практически рядом. Он уже рядом. Да, уже рядом. Он уже рядом. Мы отходим. Плоскости. Вот это Мах, конечно, дал жизни. Слушай, ну эту корову, о, нет, хорош, это больше, побольше, больше, да. Больше, да. Подматывай, катушечка, подматывай, катушечка. Ой, хорошая. Открывай катушку открывай. Хороший, молодец. Хороший. Вот такой красавец. Такой, да. Смотри, вообще. Ой, а нет, да здоровый. Ой, да тут все 12. Тут все 12. Не уколись, ага. Тут все 12. Аккуратно, крючок. Ребят, все часто задают вопрос, на что мы ловим махи-махи. Как я уже показывал ранее, мы ловим на папера, и так же самое мы ловим на живца. То есть вот такую рыбку цепляем на крючок, обычный спиннинг, одеваем. Сейчас я распутаю. То есть такая обычная рыбка, живчик. Подцепили и вот так вот забрасываем. Я сейчас, мне кажется, сейчас она сразу. И все. И вот так его забросили. И все. Дали ему чуть погулять. И закрыли катушки. И он там в толще воды. Он сам делает, как говорится, все, что ему нужно. Сейчас вот видите, я забросил, живец зашевелился. Это значит, он видит какую-то опасность. То есть, возможно, сейчас будет поклевка. Сейчас подождем. Так, ради интереса. Может, сейчас на камеру и клюнет. Видите, как живец суетится? Отходите чуть-чуть назад. Назад. Это в сторону. А нужно назад. Во. Отходите назад. Диксон. Вот она, вот она. Don't kill it. Just take it. We will release. А, чтобы вытащить? А, маленькая. Ну что, вы будете забирать? Давайте. Отходите. Зачем вы крутите? Не-не-не. Отходите назад. Отходи. Ближе. Вот. Все, не надо крутить. Все. Бэби. Бэби. Все. Так, взяли маленького. Отпускаем. Давай, отпускайте, конечно. Я отпускаю. Мальчики, смотрите. Давай. Раз, два, три. Пошла. Вон, вон, да. Это ты сейчас закинул? Так, мы ловим на папирочке. Нам уже на живца неинтересно ловить. Начали ловить на папера. Сейчас был выход. Сейчас нет выхода. Ну обычно, как обычно. Камеру включил, все, выхода нет. Да. Тоже ловят. Я вам говорил, в моей лодке ловят все. Девочки, мальчики, дети. Да. Собаки, кошки. Собаки, кошки. У меня дети по 5 лет ловят. Мы своих не взяли. Но им бы понравилось. Да там девчонки, они вчера так мозг вынесли, что им хватит уже. Так, подкручивайте катушкой. А ее можно вытягивать. Не-не-не, смотрите. Нужно потянуть на себя, ее чуть-чуть выволочить. И подкручиваем катушкой и... Ты что было сейчас? Она меня подкрутила. Она убегала. Сюда встань, чтобы тебе крыша не мешала. Если же крыша не мешала. Нет, смотрите. Поднимаешь и на опускании подкручиваешь. Подпускаешь. И на опускании подкручиваешь. Во. Сейчас поднимаем. Поднимаем. Еще. Подкручиваем. На опускании. То есть катушка, она должна подкручиваться легко. Девочка что-то долго сопротивляется. Куда она дергается? Между прочим, куда она летит? Куда она летит? Она же свечи сейчас делает.
Так, не сделала. Не сделала она свечу. Через силу не надо крутить. Во, хорошо, да. Вот как выкачиваете, получается. Во. Катушка должна легко крутиться. Так, ее тоже крюком не берем, отпускаем, да? Да. Вам рыбы хватит? Да, да, да. Все, хорошо. Мы не жадные. Может вообще какую-нибудь небольшую взять? А хотя бы там, которая... Не, я вам все зафилирую, все сделаю, вы не переживайте. Вы домой только филе заберете в холодильник. Отлично. За это не переживайте. Блин, ага. Дает, да? Тебе не сафари. Маша, тут пресс зато качаешь. Да вообще. Пресс, так, да. Выкачивайте, катушка не нужно крутить через силу. Да. Смелее, смелее, смелее можно поднимать, она не порвется, она небольшая. Во! Хорошо, хорошо. Окупаются тут? Конечно. Акулы. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Бывает есть, бывает нету. О, держи, 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 держи. Хорошо. Маша, да возьми за леску. А как знаете, этого ловят? Тунца ловят по 100 килограмм, уманцы. Просто на леску. Да, просто на леску. Это, ну, мы с пацанами смотрели, это просто... Спинник чуть ниже опускайте, подматывайте, подматывай, подматывай, подматывай. Все, держи, держи крепко. Не отпускай его. Хорошо. Сильно так вверх не надо задирать. А девочка, мальчик, чем? Угу. Подматывайте, подматывайте, подматывайте. О. А видно, где девочка, где мальчик? А у девочки, видите, у мальчика у него нос такой, горб. А у девочки у него такой, он как срезанный. Более срезанный. Срезанный, да. Опускайте. Опускайте. Спиннинг вверх, это неправильно задирать. Он всегда должен быть перед вами. То есть вы должны его постоянно контролировать. Еще ниже, 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 ниже. Вот. Не потянуло. Вот, отлично. Все, отходите назад. Не надо поднимать. Dixon, take it. Yeah, don't kill it. Отходите назад. А он большая, преследует ее. Можете папирочек. Отходите назад. Не нужно поднимать вверх. А там большие, вон штук 5, наверное, уносится сзади. Там много их прям. Все, отходите назад. Чуть-чуть. Вам. Все, я сам сделаю. Сейчас здесь. Все, ничего. Просто держите спину. Дан? Опа! Вот такая вот малышка. Такая вот малышка. Тоже мама малыша поймала. Да, вот такого вот малыша взяли. Сейчас сразу его отпустим. Дай, пускай сама отпустит. Дисон, укротитель тигров. Вы там бутылки накидали? Там ей в рот. А сейчас ее сразу... Сейчас сразу ее отпустим. Дай в руки. Ты уверен? Подержи спину, пожалуйста. Что-то я не знаю. Не хочешь аккуратненько стрельнуть. Держи крепко только. Так, держи руки. Все, иди сюда. Проходи, проходи, проходи. Проходи. Не ударь, опускай, по-моему, как опускай можно. Ниже, опускай ниже, 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 ниже. Чтобы она не ударилась. Вся? Да. Так. Пошла, пошла. Что, как? Понравилось? Класс. Супер. Вообще. Я не прям через одну. Да, вы главное проводку так правильно делаете. Ну я включил вон камеру, вон она ходит, да. Вон их много ходит. Ниже палочку, теперь в бок впокаем. В бок теперь, во. Вон, видишь, ага, вон они, да. Вот еще. А так смотри, сколько вот их там, ого. А не, их там штук 10, смотри, сколько их. Я говорю, они стоят. Бросай, вот он стоит. Во, стадо, смотри. Вообще. Нет, а вы дальше бросите. Дальше, нет, она не возьмет так. Дальше бросьте. Они сейчас туда за попером пойдут обратно. Я понял. Попер. Мобер, жмобер. Вот сейчас вот живчика бросят. Смотри, сейчас живчика бросят, сразу поймают. Это кто там? Рыбаки
А это конкуренты. Да, вот они... Подмотайте чуть-чуть, подмотайте и забросьте хорошо. Сейчас это наживчика... вообще близко. Ну да. Сейчас наживчика сразу возьмет предель. Там было хорошо закинуть. О, есть. Опа. Есть, да? Пау. Смотрите, ножица сразу. Да. А, да. А, сошла. А он же вес от нее убегает, смотри. А ну закинь-ка. Живец от нее убегает. Клопки. А забрось хорошо вот туда, вот, влево, левее. Только подмотай больше, подмотай. Да, три наживчика хорошо. Сваливает вообще там. Не знаю. Это как он рывок дал, прям под лодку. Ага. Не надо меня есть. О, есть. Есть. А, у тебя за живцом. Ты выкачивай ее от быка. Диксон, да, поймал. Ага. Куда там удача была? Толпы-то сколько. Сошла? Или нет? Не, она там. А ты вот? А, у вас рейн? О, схватила! У вас тоже схватило? Тоже схватило, ага. Две сразу взяли. Это, отходите назад, не крутите, зачем вы крутите? Я не кручу, я держу. Уберите руку вообще с катушки. Открой катушку, Вовя, открывай катушку. Хорошо. Открывай катушку, открывай. Можно я? Сейчас. Что, будете отпускать? Ну давай. Может тогда был кадр красивый. О, и у вас взяла. О. Вон она. И у вас взяла. Отпускай. Сейчас отпустит. Сейчас она ему нужна. Так, а там взяла на этот. На фотку. Да. Так, он Диксон от... Есть ружье подводное. А это сейчас у девочки отпускать. Одну тянем, другую отпускаем. Мы уже поймали три рыбы. Нам хватит, нам больше не надо. Сюда, подходите к борту. Я взяла ее неправильно. Бросайте вон. Ой, хорошая. Так, и вот еще одна. Сейчас я вам надену, хорошо? Вот вытащите, я одену. Мы с ней поцеловали. Да, вот это сегодня экшен. Если хотите поппер, крючочек цепляйте за колечко, ставьте в спиннинг подставку и берите с поппером. Вверху. Все, не поднимайте. Это тоже девочка. Все равно интересно, что поймали без этого. Не ножица, да. Для второго не ножица. Не надо ее из воды доставать. Катушку открывайте сразу. О, отлично, я отпала. Что, девочки, будете отпускать? Что, будете отпускать? Отпускайте. Отпускайте. Давай ты теперь. Фу. Мамаша. Все, отпускайте. Ну, атака пошла вообще пипец. Чего не поцеловала? Давай, сотка. А поцеловать. О. Такая прощай. Так, взяла барракудка небольшая. Спасибо. На глубине 130 метров. Поднялась она наверх за живцом. Этот, отходи назад, туда чуть-чуть, к Диксону. Видишь, если у тебя ящик под правой рукой, возьми его, закрой. Просто вот так, оп, все. Отходи назад. Yeah. Open reel, reel open, open reel. Мальчики, вы лучшие. Все, аккуратно. Мы тоже хотим съесть. Кстати, она тут другого цвета вообще, не как любая. Откусила. Большая сардина. Откусила. У нее, смотри, зубы какие. Смотри, какая барракуда. Да я ее приманила. Какая барракудка красивая. Прикольно. Ребят, ну что, закончилась наша сегодняшняя рыбалка в Фуджере.
скажу вам честно, давно у меня такой рыбалки не было. То есть вся рыбалка просто don't stop. Вы пришли на первую точку и простояли 3 часа на одной точке, то есть ловили, спускались ниже по течению, возвращались обратно, поднимались, обратно ловили. Ловили как на живца, как и на воблера, так и на попера, то есть рыба клевала на все. Утром рано взяли 2 больших пацана, один где-то 8 кг, другой за 10 явно. И потом уже в течение дня ловили с девочки. Такие полторашки, двушки, трешки. И также взяли барракутку. То есть вот так рыбалка довольно-таки наладилась в Фуджейре. То есть рыба стала очень активна. То есть, лето дает о себе знать. Но вам, друзья, спасибо за просмотр. Приезжайте на рыбалку в Фуджейру. Свои контакты я оставляю здесь вот в описании под этим видео. Пишите, звоните, задавайте вопросы. До скорых встреч.